Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию... Только не в этой серии, пожалуйста, не надо, только не в этой серии, пожалуйста, ты вообще видел, сколько лайков на прошлой серии набралось, видел? Это все из-за тебя, понимаешь, за тебя это все. Я тут причем сколько лайков набралось, я даже не знаю. Вот столько, понимаешь, 69 тысяч набралось, дебил, понимаешь, 60. Так, иди сюда, да, чё, иди сюда, собака, иди сюда. Стой тут, ща. Чё такое, где он, да, пожалуйста, чё бы ты там не задумал, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Пожалуйста, нет, одумайся. Иди сюда, иди. Пожалуйста, не надо. Слышь, ты, чубзилет, закройся, пока я тебе все пальцы не перерезал, закройся. А вы, которые вы смотрите на меня, вот лайки, прямо сейчас поставили, или я ему все пальцы перережу. Поставьте, пожалуйста, лайки, поставьте, пожалуйста, лайки. Все, иди сюда, заткнись. На! Помогите! Жека, ну что, ты готов? Не смотри так на меня, мне страшно, только не стреляй. Да я не буду стрелять. Это вторая серия. Давай хотя бы в этой серии никто не суициднится, а мы друг друга просто убьем, хорошо? Ты согласен? Давай ты в этой серии суициднишься. Ну давай посмотрим, нажимай на рейдж, нажимай. Я на самом деле забыл, как тут вообще... Я нажал? Не знаю, но у меня написано, что я нажал. Вот, рейдж. Подожди, это сложно, я не понимаю. Давай, тыкай! Я вроде тыкнул. О, тыкнул. Опа! Так, ну что, давай, начинаем. Ты главное не переживай, я тебе точно в этой серии мозги вынесу. Да, ты так думаешь. А, подожди, как руку переключить я забыл? Shift. Я уже сам забыл, как этой хренью управлять. Эдисон, вы что ты меня заставляешь играть в такие сложные игры? Это вообще... Согласен. Игры реально сложные. Сложные. Я бы никогда не подумал, что такая простая, по сути, по механике игра будет настолько сложная. Да. Ну, давай мы застрелим друг друга, хорошо, в этой серии уже, наконец, потому что у нас есть следующий уровень с АК-47, понимаешь? АК-47. Да. Ты понимаешь, что если я пистолет не могу зарядить, то АК-47 будет явной проблемой. А ты понимаешь, что если я пистолет в руку не могу взять, потому что он у меня просто с руки выпадает, он настолько тяжелый, то что будет с АК-47, а? Мне кажется, вообще жопа. Там же вообще еще магазин, нужно патроны туда заряжать, да, это вообще и там вообще в две руки нужно взять его. Да? Ну, как бы да, ты калаш в одну руку не возьмешь. Не, ну я понимаю, но я думал, типа, это же игра, типа... О, я зарядил пистолет, прикинь. Да? Ох ты ж, зараза! Я еще даже магазин не вставил. Дебил! Ты что делаешь? Я обосрался. Я просто проверял, как стрелять, понимаешь? Вот что я сделал? Я мог тебя убить, да? У меня прям ровно пистолет стоял, а теперь он как-то... Нет, только не падай, я тебя прошу. Жек, успокойся, пожалуйста, мы же друзья с тобой. Не стреляй. Да, но если не, все равно тебя убью. Нет. Я тебя породил, я тебя убью, короче. Не надо, пожалуйста, не надо, Жека. Не надо! Дай я хотя бы заряжу, а потом стреляй! Собака, успокойся! Я понимаю, что происходит. Здравствуйте, мистер Эдуардо. Не стреляй. Да ты не попадешь. А чё он не стреляет? Алло, F. Я не понимаю, он не хочет стрелять. А, может, не нужно... На, собака, на! Fuck you, bitch! Ты не переживай, я сейчас тебе этот пальчик отстрелю, и все будет хорошо. Не надо, пожалуйста. Рука сложная. Ты понимаешь, что рукой сложно управлять? Да что ты говоришь? Успокойся, мать твою. Я пострелился весь стол, Эдисон. Ты чё там делаешь? А шо он так... Я не думал, что если задержать курок, то он будет дальше стрелять. Ты что-то знаешь? А-а-а, вот что я не мог, почему вставить магаз. Все понятно. Типа другой стороной ты выйдешь, алё? Да. Ну... О, нет, ну суп! Чё? Я манал эту... Вот это все. У меня пистолет улетел, все. Все!
понимаешь, он не улетел. Ну все, теперь давай ты. Твоя очередь. Вся надежда только на меня, да? Да, то, что я. А, ты мне факи будешь показывать. Ты понимаешь, что я до сих пор магаз только вставляю. Ну ща. Ща, если ты не веришь, не веришь. Опа! Я вставил! Теперь главное попасть. Да, теперь главное попасть. Ты так думаешь, да? Тем более я тебя, понимаешь, я тебя дезморалю. Ты только посмотришь на меня, сразу охренеешь. А ну. А, ну хорошо, хорошо. Он мне говорит то, что я не смогу. Я случайно, пардон, извините, пожалуйста. Смотри, если тебе палец не отстрели. Кстати, да. У меня дырки в столе, понимаешь? Я стол насквозь прострелил. 5 раз, если быть точнее. Да? Я сейчас не понял. Ебой! Fuck you! Где ты? Да я тебе факи. Подожди. Роцк! Нет! Чё за хрень? Как ты это сделал? Вот, да fuck you! Я уверен, что ты не сможешь. А почему так? Палец ярости, Мармак, спасибо за идею! На! В смысле не смогу? Я сам обосрал, ты понимаешь, я даже пистолет в руку не взял, он просто на столе лежал, я случайно выстрелил. Случайно! А ты меня со стола прям убил? Да, прям на столе пистолет лежал, я просто так выстрелил. Давай перезапускай шарманку, еще один раунд! Ну, надо просто выяснить окончательно. И если, ребят, вам понравится, то вы ставите... А, кстати, дай секундочку скажу. Если вы не видели предыдущую серию, где Жека сам себя грохнул своим же пистолетом в голову, то вот тут есть подсказка надо мной, нажимайте прямо сейчас и смотрите предыдущую серию. Если хотите следующую, то вы знаете, что делать. Мы погнали? Ты мне факт не показывал. Нажимай ready... Эй, подожди. Ready! Я факт показываю и вообще все сразу делаю. Ну что, ты готова? А что у меня пальца одного нет? А, не-не. В смысле? У меня реально не было, я залагал, у меня не было среднего пальца. Ты прикинь, реально в жизни вот так же было бы. Вот так сложно управлять? Я бы реально сам застрелился, ну уже так жить невозможно. Ну, с этим согласен. Как так руками вообще управлять, да? Ты такой дергаешь за ниточки, чтобы пальцы... Так, хорошо. Ты уже зарядил? Ты что, гонишь? Нет, конечно. Мысли зарядил. Мне не нравится твое нет, конечно. Не, я честно говорю, я не зарядил еще. Да конечно говорю, не зарядил еще! Я сейчас как посмотрю. Вот сейчас уже зарядил. Почему? Как так быстро? Не знаю. Я просто уже мастер, понимаешь? Я уже мастер. Хорошо. По той же тактике. Давай ты меня не убивай, давай вот мы поговорим с тобой о чем-нибудь, а я пока вставлю магазин, который почему-то не хочет вставляться. Ты хочешь погореть, да? Да, только без пистолета. В смысле без давай пистолета? Просто поговорим без пистолета. Я говорю без него. А, в смысле прям без вообще, да? Да. Я не хочу на это смотреть, поэтому я буду просто играться, я заряжаю пистолет. Меня никто не убьет. Я в безопасности, да? Да. В полной безопасности. Я в безопасности. Все хорошо. Я не понимаю, как зарядить. Я не понимаю, как... Это немножко страшно. Это вот немножко страшно, когда возле тебя пули летают. Но это нормально. Так, хорошо. Я еще живой, это хоть самое. Это хорошо, я пистолет положил обратно, чтобы ты не нервничал, потому что я не могу попасть, я его буду разворачивать сейчас. Понимаешь? Это хорошо. Я тебе дал фору. Нет. Чуть-чуть подвинем с тобой сейчас пистолетик. Чуть-чуть направо. Вот. Опа, вот так замечательно. Берем друг. Я все испортил. Да, я все испортил. Тебе не упал еще? Нет. Вроде... Я не понимаю, да. Я не понимаю! Все нормально, Жека, не переживай, сейчас будем стрелять! Так, подожди, нет. Неправильно. Пистолетик, смотри. Ай, ручка. Ты там пиу-пиу делаешь, а я еще только вставляю. А, ты еще вставляешь до сих пор. Да!
Ага, ага. Слишком сложно, единственное. Слишком сложно для меня. Ага, а как руку развернуть? Скажите мне, пожалуйста. Такая еще муточка играет, знаешь, все нормально, да. Подумаешь, на меня тут дулом светит. Я отказываюсь принимать участие в этой игре. Мне слишком неприятно и обидно. У тебя 2 wins, 2 kills, а у меня 3 deaths. Я же не виноват, что ты суицидник. Подожди. Fuck you, bitch, лази кирпич! Это, конечно, клёво, это показываешь мне факт, но я уже мёртвый, понимаешь? А, ты уже мёртвый, то есть ты даже я не видишь... Я уже вижу свет ты, в конце ты, ты даже не видишь мои идеальные факи, да? Fuck you, bitch! Нет, я вижу свои факи, но я дуб. У меня 2 фака, понимаешь? Я тебе их показываю. Я могу руками двигать? Ты понимаешь, ты прям отлетел на 3 метра от моей пули. Да я вижу все от третьего лица, понимаешь? Я вижу все, да. В общем, что я предлагаю? Эта серия, ну, я уже научился немного играть. Нужно, Жека, чтобы ты еще научился. Сейчас я пальцы понюхаю, как они пахнут. Смотри. Да че? А как я только что бошку так приблизил, Жека? Не скажешь? You smells like Ebola, понимаешь, Жека? Ребят, ставьте лайкусики. Опа, вот как-то привет. Да. Какашками пахнет. Ребят, ставьте лайкусики, если хотите продолжения. В следующей серии мы с Жекой уже будем стреляться на АК-47 на автоматах. Тут ходить нельзя, только руками управлять. Я в реальной жизни просто пойду, пока ты подряжаешься на АК-47. Просто прикладом тебя укокошу. Посмотрим. Ребят, ставьте лайкусики, смотрите предыдущую серию. Всем спасибо за просмотр. Если хотите еще одну новую серию, пишите об этом в комментарии. На этом мы с вами будем прощаться. Всем удачи и всем пока. Пока.